Здравствуйте, друзья. Функция SystemGetWithHaste, сокращенно VH, позволяет получить активное окно, размер активного окна браузера. Давайте посмотрим, как это работает. Для того, чтобы работать с системным событием, вызываем горячей клавишей F3 библиотеку и здесь вызываем System. Так будет быстрее всего. Теперь мы можем использовать эту команду. Итак, SystemGetWithHaste. Вот. Эта команда уже представлена в списке. Чтобы увидеть ее результат, убираем точку с запятой и в консоли пропишем. Вот так вот обернем и в консоль вызовем. 382 на 368. То есть сейчас сцена у меня вот такая, а окно у меня вот такое. Если я буду его менять, видите, оно будет уменьшаться. Мы получаем размер активного окна браузера. Ну что ж, на этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multirogi.ru и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видеоуроках. Пока!